Куда пошел человек? Если бы я был человеком, куда бы я пошел? А ты кто? Я с топором. Я не человек. Я вижу человека. Человек забежал в пожарку. Неужели я упущу возможность? Блин, забор. Запор мне все испортил. Кстати, зомби стали рычать по-другому. О, чел ноги сломал. Это не тот чел, надеюсь, ноги сломал. Да так будет неинтересно. Ага, человек, иди сюда. Человек, ты почему не убегаешь, а? Человек, перевяжись, а то ты умрёшь. Человек, чё с тобой? Не, мне даже его убивать неохота. Илья, ты где? Я не знаю. Он так дышит тяжело. Человек, побежали. Беги за мной. Я тебя спасу. Три раз ударил топором перед этим. Тот человек, ты где? Куда он делся? А, вот он. Иди за мной. Go to me. Он труп. Да, похоже, Дейзи уже не тот. И сейчас меня накажут за эти слова. Человека убили. В итоге, короче, зомби убили. Ну, правда, я по нему перед этим 4 раза топором ударил. У него текла кровь. Но его убили зомби. Я тут ни при чем, да? Да, я ни при чем, серьезно. Не, что-то не построил, что он кепка совсем. Что он бы и так не выжил. Теперь мне стыдно. О, трава. Если кого-то видим, убиваем. Не знаю. Мне есть чего просто убивать. А, окей. Они умеют сквозь стену походить. Я нашел дерево, которое висит в воздухе. Которое висит над моей головой. Комп немножко не доехал. Такое упоротое дерево. Я тебе потом покажу. Вот помнишь, как мы это в начале, когда начинали играть, боялись, когда там 8 человек на сервере играет, боялись по электро бегать. Ну да. Вот, я сейчас пробежался туда-обратно по электро. И выстрела, тишина. Не, ну мне определенно нравится этот тесак. Мачете? Да. Что значит драк колесо? Ух ты, тащить колесо можно, прикинь. Да? Да. Ха. А как бросить? Как бросить колесо? А, я не хочу его тащить. Прикинь, оно поднимает. Ну, крутая фишка. Только... А я в электрозаводске, и мне сейчас будет плохо, так, потому нет. Что я бегу с фонариком вовсю. Ла-л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 а
Так, минутка упоротости закончилась. Какая минутка упоротости? Ты о чем? Ты о чем? Макаров! О да, родимый! О, с Макарова да. Надо в голову стрелять. С Макарова надо стрелять. О, я тебя, кажется, нашел. Это ты к автобусу бежишь? Нет. Тогда я его убью. Ты не против? Если тебя бить начнут, говори. Я вообще не в той части. Я влево, где порт. Я возле портова. Кирилл, отстань, а! Только тебя мне не хватало нафиг.
Тут не был. Чё, убил его? Нет, он меня ещё бьёт ещё. Походу ее съели. Кого ее? Это была женщина. Я зарубил женщину. Или тогда? Сел? Да. Могу выпрыгнуть. Не надо выпрыгивать. Просто у меня есть какие-то детали, бензобак там. Посмотри, что у него не целое. Столько мучений. Может, стоило ПНВ отдать? Нет. Меня зомби ударили, прикинь. Круто. Куда поедем? Не знаю. Подальше отсюда. Не, ну серьезно, звезды плавают. Может, потому что ты бежишь, и они смещаются, не? Я бегу, и звезды смещаются друг относительно друга. Нет, оно плавает. Блин, я тупанул. Надо было пробежать через военную базу. Так, я походу в электро-то бежал. Браво! Только ты бы уже давно был возле автобуса, ты бы уже был снова в полном своем сете. Это ты виноват. Я виноват, я сказал тебе налево иди. По-моему, налево, я меня предчувствие не обмануло. Но пошел-то я направо все равно. Ну это ты направо пошел. Нет, это ты меня не предупредил. У тебя глюки, то он, у тебя он небо плавает, то у тебя очертания там справа. Не, а то, что слева здоровенный город стоит, не. Не, от. Нет, кому ж. Блин. От дракона легко. Электрозаводск гораздо ближе, чем Камышово. Гораздо. Вон там один дум за отношение. Я тебе не говорю, что я Камышово видел, это было не Камышово. А что ты мог там видеть, если там только Камышово? Там поле и Камышово. Это была часть дракона. А, ну, ты видел сам дракон, короче. Камни такие здоровые, походу. Нет, я видел квадратное очертание здания. Или контейнера. Какой нахер контейнер? Да хрен его знает, какой контейнер. Ты там меня спрашиваешь. Там нет никакого контейнера. Лёха, тебя вообще штырит. Всё, тебе пора завязывать. Ой. Блин, я забора не увидел. Забор въехал. Блин, а небо реально плавает.